А также мы все по-прежнему в районе Сохо. Мне бы хотелось сказать, что здесь очень много магазинов с очень знаменитыми и где-то меньше знаменитыми брендами. То есть шоппинг в районе Сохо, точнее Бродвей, Мерси Стрит, Спринг Стрит, очень популярен. На данный момент мы находимся напротив, например, Вивиан там. Очень модный магазин, Александр немножко подороже. Александр Вонг, да. Немножко дальше есть, также Прада есть, и много разных магазинов. Здесь я слышал о том, что в Сохо как бы подешевле аренда, чем на 5-й авеню или на Мэдисон, поэтому много начинающих дизайнеров начинают именно с Сохо. Вообще, даунтаун Нью-Йорка, это точнее по карте, если внизу Нью-Йорка, здесь живут все модели, здесь живут музыканты, актеры, поэты. На Мэдисон это уже Мидтаун, это центр города, там больше уже финансовая как бы структура, люди, банки. Ну, то есть здесь в Сохо можно найти какие-то начинающие бренды дизайнерские, да, которые открывают свои бутики. Да. Также молодые дизайнеры открывают здесь бутики. Очень много хендмейд, ручных работ, джулери. Вот, например, на мне дизайнер сейчас очень популярный. Когда-то он точно так же вручную это все делал. Сейчас у человека фабрика, поэтому... Да, замечательно. Я советую. Хорошо. Мы на Мэдисон тоже снимем, да? Да. Сегодня действительно очень холодно. Мы на самом деле планировали большее количество видео сегодня снять, но я думаю, что вот это может быть еще одно. Просто, да, когда придет весна, непонятно. Нью-Йорк. Да. Продолжение смотрите дальше. Пока-пока.